Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас подготовка к ОГЭ, математика, 17 задание, геометрия. На окружности отмечены точки А и Б так, что меньшая дуга АБ равна 152 градуса. Давайте сразу же отметим, меньшая дуга АБ 152 градуса. Прямая ABC касается окружности в точке Б так, что угол ABC острый. Найдите угол ABC, ответ дайте в градусах. Для того, чтобы решить данную задачу, нам нужно отметить центр окружности. Отметим его и напишем точку О. Соединим центр окружности с точками А и Б. У нас получается равнобедренный треугольник ОАБ. Потому что ОА равно ОБ, и они равны как радиусы. А нам нужно найти угол АБС. Вот данный угол. Так как центральный угол АОБ равен дуге, значит угол АОБ равен дуге АБ и равно 152 градуса. Получается у нас угол О 152 градуса. Треугольник АБО равнобедренный, поэтому я смело могу найти угол ОБА, который равен углу БАО, и оно равно, получается, мы должны 180 минус 152 и это поделить на 2. И мы получаем 180 минус 152 это у нас 28 градусов. 28 делим на 2, получаем 14 градусов. Значит, угол АБО равен 14 градусов. Но мы знаем, что у нас BC касательная к окружности. И по теореме касательных, касательное касается в одной точке и перпендикулярен радиусу окружности. Получается угол ОБС 90 градусов. И чтобы найти искомый угол АБС, мы должны из 90 вычесть 14. И в ответе мы получаем 76 градусов. Понравилось видео? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик и до новых встреч!